В информационный век крайне важно быстро адаптироваться к любым изменениям. Те, кто стремятся избежать ограничений, возникающих при переводе средств через банк, могут воспользоваться кошельком Telegram. Если у вас нет Telegram, скачайте через Play Market или App Store. Введите номер вашего телефона. Введите код подтверждения. Укажите ваше имя и фамилию. Затем нажмите на кнопку «Принять». Используйте функцию поиска. Введите Wallet. Выберите кошелек с галочкой. Нажмите на «Старт» или «Открыть кошелек». Поставьте галочку и нажмите на «Продолжить». Нажмите «Начать», затем выберите опцию пополнения с банковской карты. Не забудьте сменить карту на дебетовую, либо вы можете подключить свою карту к Google Pay. Не забудьте снять ограничения на интернет-покупки в вашем банке. Выберите Тонкоин, затем нажмите «Далее» и выберите «Валюту». Нажмите «Оплатить картой» и введите данные банковской карты, затем нажмите «Оплатить». Ваш личный Telegram-кошелек успешно пополнен. Если желаете участвовать в проекте Мухтара Аблязова, то вам надо зайти на наш сайт, выбрать категорию Telegram и скопировать адрес Тонкоина. Вернитесь в кошелек и нажмите «Отправить». Выберите внешний кошелек, Тонкоин, и ставьте адрес кошелька. Укажите, сколько хотите отправить. Комиссия за любой перевод составит всего 130 тенге. Нажмите на «Подтвердить» и «Отправить». Тон уже в пути. Благодарим за ваше участие.